22 сентября мы находимся на мысу. Здесь Пашет, Серега Бельмес, Лариса, ребята, Андрей Лом ТВ. Да. Так, сегодняшний наш репортаж о том, как не надо делать. А не надо делать вот так. Вот видите, люди возвращаются. Почему они это делают? Потому что жадничали, хотели докататься до последнего момента. А небо сегодня, видите, какое? Крайне неприятно. Да, моросит немножечко дождичек. Все затянуто. Это верный признак того, что нужно вовремя выходить из воды. Если вовремя не вышел, то все. А, это, кажется, Олег. Сейчас мы с ним поговорим. Олег? Здорово. Можно взять у тебя интервью? Что ты там делал? Пробовал кататься. Сначала дуло на шестерку, а потом ветер выключили. Да. Вот у нас тут такие нюансы бывают. Ты когда чувствуешь, что начинает приседать, сразу возвращайся. Не дотягивай до последнего. Тебе еще повезло. У меня опыта маловато. Тебе еще повезло, а вон парень, вон, я не знаю, на камеру, наверное, не видно, вон за Ванаем. Вот ему будет стоить спастись, я думаю, минимум 100 евро, а то, может, и побольше. Вон лодка за ним пошла. У меня пару порезов на ног, и все, да, остальное хорошо. Да ладно, серьезно? Да нет, все, я шутка. Ну, кораллы. Ну ладно, все хорошо, что хорошо катает. Катается, нет. Качается. Все отлично. Качается. Все хорошо, что... Ну, короче, все хорошо. Вот. И хорошо катается. На Маврикии все хорошо, иногда выключает ветер вот именно в такую погоду. Если видите, что пришла туча, не затягивайте, возвращайтесь вовремя. Иначе придется грести, идти, да. А вам это не надо. Пока.